Сегодня я в доме у еще одной замечательной мастерицы. Это Сашенька Макогон. В ее доме я нахожусь уже несколько дней. И благодарю от всей души за то, что меня здесь так встретили. И милостиво мне сейчас показывают то, что Саша вообще может делать великолепно. Вот из такой пряжи Саша плетет корзинки, которые дарит всем своим друзьям и подругам. Я сейчас вам показываю, как выглядит начало, точнее, Саша показывает, как выглядит начало этой корзиночки. И через некоторое время она будет готова показать конечный результат. Саша, скажи, где ты подсмотрела? В интернете, где? У меня девочка знакомая спрашивала, Саша, как вязать. Я говорю, ты что ты вяжешь? Она мне говорит, корзинки хочу, вот так и так появилась новая пряжа. Я видела на картинках, но знать не знала, что за пряжа. А потом вот она мне показала магазин, и все, и оттуда все началось. Угу. Ты можешь вспомнить, сколько ты приблизительно их уже связала? Ну, я не знаю, несколько десятков. Ой, и у самой в доме, да, как у того сапожника? Одна. Одна есть. Да, у дочери, не у меня. Замечательно, спасибо, я с удовольствием за тобой наблюдаю. Так, ну вот, буквально полчаса. И основа, каркас готов. Ну вот, посмотрите, всего лишь какая-то пара часов. И что? Да, Барсик, иди. И что сотворила Александра из этих ниточек? Вот такие три волшебные корзиночки. Они очень устойчивые, очень плотные, очень глубокие. Барсик! И очень многофункциональные. Красота, правда? Делать, вот так они вставляются друг в друга. Тоже занимают очень мало места.